Партия социалистов не одобряет решение некоторых правоцентристских политических формирований бойкотировать референдум от 19 ноября об отставке генпримара муниципия Кишинев Дарины Киртуакая. Призывы к гражданам не участвовать в плебисците – это попытки сохранить состояние неопределенности и хаоса в столице, говорится в заявлении ПСРМ. Сегодня в столице не только хаос, но и неопределенность, а те партии, которые призывают граждан бойкотировать референдум об отставке, не делают ничего другого, кроме как косвенно способствуют сохранению данной ситуации, говорится в заявлении. Социалисты настаивают на том, что город должен быть выведен из кризиса, в котором находится на протяжении более 10 лет, и направлен на путь развития, а этого можно добиться лишь путем отстранения от должности некомпетентного и коррумпированного примара. ПСРМ обращается с призывом к партиям, которые решили бойкотировать референдум, осознать всю серьезность заявленных действий и позиции.